Скорее всего, пускай будет звук не так. Вот еще команда, ребята. Андрей уже, вот, вот тоже отец и сын. Вот уже 5 команд. Еще хватает? 9? Нет, 8. А детвора вся в телефонах. Да, вот их тоже снимать, кстати. Да, у тебя приходит. Детвора. Дети 21 века. Карт пишем через телефон. По блютусу. Представители компании Sportex. Когда? Лет года? Когда? Года 3 назад. Ты помнишь, было же раз, что я ухо прокусил? Нет. Доберман. Это другой. Какой же доберман, Стас? А? Это другой доберман. Да, не одинаково. Все, можно ехать? Подождите, мы договорились, во сколько у вас в здании. Слушайте, да, да, Я думаю, что все займет 5 минут. Да, здесь машины все тут. Чтобы открыли ворота. От имени клуба «Эстафир» я рад приветствовать всех здесь собравшихся для проведения фестиваля рыбалки. Папа, мама, я. Шикарная семья. По поводу разбивки секторов вам скажет пару слов администратор турнира Коля. Сразу? Да. Сектора начинаются вот отсюда. Первые по девятый. Почти подряд идут. Сектора огромные. 20 метров, 10 буферная зона. И потом идет 10-11 и 12-13 в самом конце. Мы следом за вами пойдем. Первый поедет Дима. Все машины заезжают за ним, распределяются по секторам, а мы следом пройдем и позаботимся, чтобы вот отсюда. То есть даже на дальние сектора? Даже на дальние сектора машины разрешили. А потом возвращаемся сюда. Разгрузили машины, выезжаем сюда и ставим машину. Рома, сезон закрыт.
А, в собор? Вон в собор. Окей. Все отсюда заезжают. Значит, на пляж как бы туда заехать снаружи нельзя. Угу. Но как можно ближе, можно подъехать на этот поворот, который сразу вот на Дубнике, налево, короче. Знаешь, вот сразу. Все, давайте. Ну что, все, поехали. Значит, жеребьевка двойная. По списку вызываются команды, тянут первое очередность. Подход. Очередность. Второе уже сектор. Все, вопросов нету, все нормально. Поехали. Ну, первый. Я первый? Да, да ты что? Поцеловать? Даня, целуй. Можешь засос. Отлично, все, супер. Ну, как вам на рыбалке, ребята? Как тебе на рыбалке? А? Хорошо? Слава Богу. Блин, а чеку там. Ну-ка, Стас, покажи. Big fish. Ты его хоть так не держи уже. Big fish. Вот так это же. Не наклей уже совсем. Ну какая разница? Вот так наши дети работают. Молодец. И поцеловать надо его обязательно. Молодец. Красавчик. Пускаем. Не-не, в мешке выпускай. Положи в мешок. Мешок. Так положено. Положи в мешок. Вот. Бери мешок. Иди выпускай воду. Наружно глаз так. Ну, самый главный пловец. Поцеловать рыбу надо. Поцеловать. Миша, поцеловать рыбу надо. Поцеловать. Рыбки. Йонатан, рыбу на нас смотри и выпускай. О, поцеловать. Целуй. Молодец, отпускай. А теперь вот так надо сделать. Вот. И ты тоже. Вот так сделай. Молодец. Бетах. Линаще котов или шахер? Целуем рыбку и выпускаем.
Все, бери мешок, воду и опускай. Все? Да, поворачивайся ко мне сюда. Доставай с мешка прям и выпускай воду. Повернись только сюда, чтобы видно, видно было. О. Ты так выпустил? Все? А, вон пошла, пошла, пошли обе. Обе пошли. Ну, все. Вот так сделай. Ты на. Вот так сделай. О, молодец. Супер. Горка такая. Третий сектор у нас. Ты неправильно говоришь, чемпионский сектор. Да? Ну что там это? Не, ну я по поводу цифры правильно сказал, что третий. Давай, давай. А ты подготавливай мат как раз. Тахина томат. Вот так у нас ребята работают. Ну, что-то есть? Снія хевре. О, яла, та суши тру. Ima, ima, ima. 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 Ima, ima,
לקחת אותו, תכניס לו יותר פנימה עם הראש. אתם מכניסים אותו קרוב מדי לקרקע. Все, давай, пошли. Выпускать. Выпускаете. Идем. Аккуратно. Поцеловать и выпускаем. Давай. Родители, неси. Берег пошел, смотри. Хочет обратно. Пока-пока. Костя! Кость, там вон к тебе один плывет, можешь под сачком забрать. Все, вытаскивай. Вытаскивай. Вытаскивай, не бойся. Выпускай его. Отлично. Молодец. Не хочет. Доставай. Не хочет. Хочет. Домой хочет. Отлично. Молодец. Заходи в воду. Так, поворачивайся ко мне. Все, и давай выпускай. По одной доставай и выпускай. Проверь, может, еще что-нибудь осталось. Точно? Да. Нет ничего в мешке? А что там? Только на меня смотри, повернись ко мне. О, чтобы я тебя видел. Все, давай. По одному вытаскивай мешка. Давай, давай. Не бойся, не бойся, вытаскивай в руки. Один поплыл. Второй. Вот, молодец. Смотри, он даже от тебя не уплывает. О, поплыл тебе. Ну-ка. Молодец. Thank you.
внимание, вес 2,325. Согласны? Все, давайте выпускать рыбу аккуратно. Осторожно, леска. Леска. А поцеловать? А поцеловать кто? Макс пошел догонять целовать. Ну-ка на меня посмотрите, и вот так. Отлично. Целуем. Молодец. Ну, давай, расскажи, как тебе, понравились соревнования или нет? Понравились. Понравились? Вы как, с рыбой были или без рыбы? Без рыбы. Без рыбы. А не знаешь почему? Нет. Не знаешь? Ну, понятно. Может быть, как-то делали какие-то, ну, другие наживки или еще нет, как-то? Это сектор похож. Сектор попался похлой? Да. Тебе не нравится пятый? Да, центральный. Центральный. Понятно. А как рыбаков много было? Да. Много? А мешали? Или не мешали рыбачить? Нет. Нет, не мешали? Ну, молодец. Ясно. Где у нас папа? Папа, идем рядышком. Так, ну, у нас есть все равно утешительный приз для этой команды. Это у нас команда «Пятый сектор». Вот. Для самого маленького участника мы от клуба сделаем маленький подарок. В следующем году приедешь? Да. Обязательно? Но только уже не на пятый сектор, а на другой, да? Да. Договорились? Ну, молодец. Отлично. Это от клуба «Исрафиш». Медалька за участие. Аплодисменты. Молодцы. И от компании Sportex маленький утешительный приз. Вот. Ты намотаешь с папой на катушечки и будете ловить. Давай. Да, и будете ловить. Так, окей. Все, всем спасибо. До свидания. Солнышко, дай! Да, 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 да
Так, подожди, надо смотреть, кто будет вручать медали. Ангажировали, все. Ирка, снимаю шляп. Вот это позавчера мы увидели вечером. Вот это букет Молдавии. Я хочу выразить благодарность всем, кто здесь присутствует, за их реально тяжелую работу, которую я наблюдал, по крайней мере, в своих секторах. Надеюсь, что везде было так, что дети не просто сидели в телефонах, а помогали родителям. Некоторые родители помогали детям. Да, в некоторых командах ответили. Не на родители помогали детям, а дети делали основную работу. Молодцы. У нас растет прекрасное поколение новое, которое заменит нас и возьмет из наших слабеющих рук флаг и сратишь. Слава Богу, заменит нас, да? Да, к счастью, мы уйдем на покой, на пенсию. Я надеюсь, что всем понравилось. И что эту традицию мы будем продолжать в дальнейшем. Может быть, надо думать про чуть-чуть больше времени по формату. То есть все-таки один день, да? Это, ну, как бы, только во вкус вошел и все собираться. Ну, а мы подумаем, как в любом случае в этом году это уже не будет понятно. Значит, на следующий год у нас есть время подумать, как это еще лучше сделать. А сейчас вносить предложение или когда? Не-не. Какое предложение первое? Два. Два. Первое соревнование должно быть длиннее, раз. А во-вторых, я это повторял в прошлый раз, и в этот раз повторяю. Должен быть общий сбор сначала, в котором все семьи собираются в ручку. И не важно, где это будет, не важно, где какие сектора, не важно что, организаторы должны это взять на себя. Должен быть совместный алейш. Смотрите, вариант, естественно, все возможно в нашем мире, за ваши деньги любой каприз. Естественно, дома, без проблем, потому что если мы не будем делать жеребьевку в 3 часа дня, а будем делать ее в 10 утра, то у тебя будет время, потому что если ты это делаешь в 3 часа, тебе нужно все-таки засело попасть в сектор. Если мы скажем командам, вы не едете в сектора. Андрюш, не надо сейчас объяснять. Прими сведения, да, продолжай дальше. Да. Рома, все понятно. Рома, обсудим это все. Я вообще удивлен, что ты не там. Я тоже удивлен. Сиди на месте. Короче, я скажу, что я сильно боялся, что, как бы, ну, учитывая жалобы местного населения, что клюва вообще нет. Люди сидят здесь уже по 3 дня, и у них рыбы нет. И я реально боялся, что, как бы, будет грустно. Но насколько я понял, я ошибся. Ну, вот. Потому что благодаря некоторым командам общее количество пойманной рыбы у нас 160 восток. Мы не будем показывать пальцами эти команды. Килограмм. Общий вес у нас 113 килограмм 295 грамм. 13 команд, да. К сожалению, насколько я вижу, одна команда все-таки осталась без рыбы. Но это соревнование, и всего один день, поэтому тут уже ничего не сделаешь. Команда, поймавшая больше всех хвостов, мы покажем пальцем, это команда. Может, потом это? Это нет, я просто скажу. Это они. 32 рыбы. Да, ну вот. Ну и средний вес 317 грамм. Я думаю, он завышен.
Ну да, с миру по нитке. Реально, он поднял. Да, ведут карты спорта все. А если бы еще мы засчитали того усача, что они не на музыке? Хорошо, ладно, давайте, только все устали, все хотят домой. Начнем, как всегда, мы начинаем с нижних. Фотографируем. Дима. Фотографируем. Итак, команда, которая у нас на 15 месте, команда Green Carp. Они уехали? Медаль получили. Хорошо, ладно. Следующая команда, которая на 12 месте, стоявшая в 4 секторе, поймавшая 4 рыбы весом кило 600. Это команда Кимерон Карпки. Ну, а где? А где народ? А где народ? Только частично где-то. Ну так пусть частично и выйдет. Интересно. Ты что, не член? Мальчика все-таки начать? Ну да. Давай, нет. И смотрите, поворачивайтесь на фотографа. Да, как я говорил, наш спонсор Андрей Степчин. Медальку повернуть надо, наверное. Ну. Следующая команда, занявшись 11 место, это команда из Рафишка и Ксен. Есть тут такие? Нет, следующая команда из Рафишка. Мазлина! А куда ты была? Здесь сюда! Пожалуйста. Разверни медальку. Хайкин, медальку разверни. Подожди, иди сюда. Хайкин, иди сюда. Я не могу отсюда выйти. Ладно, давай иди сюда. Нет, это не для... Оля, это не для него. Ничего страшного, сфотографироваться дайте. Семьей, иди сюда. Иди сюда, вот сюда. А где ребенок потерял? Частично. Ну, идет ребенок. Идет, ура! Давай, иди сюда. Смена хозяев. Смена медальку. Медальку разверни. А что ж такое-то? Лешу не забудьте дать. Ура! Ура! Впервые за много лет. Да. Следующая команда, это команда Big Fish. Поздравляем! Сегодня день прошел, можно все улыбаться. Следующая команда, команда Бинго. Фотография будет загружена на Facebook. После соревнования будет сделан видеоролик. Заранее благодарим судей, которые снимали. Так что ждите. Следующая команда, команда «Осьминоги». Thank you.
Опа, Ксюша, полный. А, я теперь понимаю, почему я со мной. Посчитай. 8 минут. Ага. Поворачивайте, ребята. Поворачивайте. Мужчинам не положено. Улыбайтесь, ура! Ура! Это было 8-е место. Следующая команда Wilson Family Team One. Нам надо еще... А, это потом. Но им футболки они заберут, но он не будет. А кости не будет. Поздравляем. Шестое место команда Jetstream. Мишка! Мишка, лови. Что надо? Красава. Папа свой. Настоящий. Пятое место, та самая команда, которая купила всех в количестве рыбы. Команда Панторонки. Я протестую. Рома, как всегда, протестует. Так, сейчас, давайте. На них это, по-моему, дети ушатали папу, да? Пипец, как дети ушатали папу. Мазык, ебать медалья? Вау! В детском садике можно находиться. Рома, все медали за Серёгу. Да. Папа, леску нашли. Где фотка-то? Куда? Я. Давай, я, дай мне. Молодцы. Не, ну как они работают? Дай, 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 дай. Бойлай, бойлай. Бойлай. Опа! Так, идите сюда. На обложку журнала. Огромное спасибо судьям, огромное спасибо организаторам. Вы были просто молодцы, были звери. Спасибо Чернодеби, спасибо Рудам. Да, и люди неплохие. Спасибо Ане Загорону. Соседи у меня были такие. Так, ты же, да? А? Да? Ну, как конец, надо сказать. Четвертое место. Команда «Инкакарт-2». Забросили, зараза. Самая лучшая роспись. Дайте собачке. А, собачке тоже не дай. Поздравляю. Итак, мы переходим к номинантам, призерам, победителям. Сразу объявим Биг-Фиша. Потому что Биг-Фиша ко мне. Я не знаю, что там. Биг-Фиш у нас команда НК «Карп». Весом 5 кг 375 грамм. Порвали двери! 5 375. Смотри, в том году там было, по-моему, такое же. Может быть.
Молодцы. Итак, третье место. С общим весом 14,5 килограмма, 24 рыбы. И недалеко ушедшая Парфорова с средним весом 603 грамма команда Ника Байк. Это тебе не вот таких вот стилек ловить всю ночь, да? 13 раз. Да-да. У меня сегодня был не триплет, не дуплет, у меня 4 балла. Теперь будешь блогером. Это крупняк. Это улыбайся. Это не реклама. Дайте майку Паше, это главное. Второе место. В общем весом 14,850 грамм. 9 рыб. Средний вес кило 639. Команда Складло. Папа, мама, я. На 270 грамм больше. Да, у вас разница 275 грамм. Что ты лезешь? Маму, подожди, я иду. Подожди, Дима, маму, Сергей, ребенка. Улыбайтесь. Вот так вот и надо, да? Спасибо! Ну, Тина сладкая. Первое место. С общим весом почти 30 килограмм, 17 рыб. Команда НК «Карп». Молодцы! С днем рождения! Тут еще... День рождения же вчера. Поздравляю. Стоп, у кого день рождения? Дима, я что-то не понял, у тебя день рождения было? Вчера. А почему мы не... Где ты выставляешь? Почему мы тебя не нашли? Я не знаю, я не получил. Андрюша, объяви, что это ваучер Степчина. Товарищи, этот ваучер от компании «Спортес», как вы видите, который... Это не деньги, это удилище. Это как бы... Это не деньги. Наоборот, наверняка. Все. Я должен сказать, что подарки очень крутые. Для детского турнира? Для детского турнира подарки очень крутые. Все старались, как бы тебе это не было противно. Все, отлично. Мне противно. Итак, теперь как бы, как всегда... Пару слов, не забудь, господа, пожалуйста, не забудем про судей. Я попрошу Шовтин, Лацет. Лацет. И куда мы его? Нет. Известных вам лиц Степчин Андрей, Бригаренко Николай, Ахмед Абултил, В. Дмитрий Шило. Алло, хлопаем! Да, замечательно. А вы с ними не так?
Я вас не могу потому что вы выйдете не за отсюда. Я одну помочь могу. Ты Спасибо большое. Вы молодцы. Сейчас, как это у нас принято, коллективное фото на память. Можем. Да, взрослые встаньте к столу спиной. А дети перед ними мы сейчас поставим клады за лавочку на стопке поставим. Ну давайте фотографируем. Кого потеряли? Давай сделаем пару фоток. Потому что если она не придет, мы сейчас уйдем. Внимание, все сюда. Дети, улыбаемся. Улыбаемся все дети. Молодцы. Ну давай помню, ты все улыбаешься.